попытка совмещения альтернативного декаданса с гротеском сюрреалистических фантазий. Поясните свои фантазии и внутренние ощущения, о которых там написано. Ну, дело в том, что фантазия – это такая штука, что художнику всегда проще их выразить в чем-то, чем рассказать. Для этого нужно обладать, ну, уже, так сказать, даром литератора. Да, то есть тогда проще написать книгу было бы и не делать костюмы, чтобы выложить свои идеи в таком виде. Ну вот. А поскольку я визуализатор, да, и как живописец, и как вот, так сказать, в костюмах, разработки какие-то, то есть как, просто меняется материал, но остаются мои какие-то идеи, которые идут со мной всю жизнь. Просто они, так сказать, во что-то трансформируются, приобретают какой-то новый вид, но суть, в общем, остается той же. Как было и раньше, и что-то, может быть, то, что я не доделал в живописи, да, я теперь, так сказать, дополняю, достраиваю уже вот в такой форме, в виде одежды. Ну, не совсем это, конечно, одежда, скорее костюм называть, лучше на назвать. На дефиле будет звучать ваша музыка. Расскажите, пожалуйста, о ней и о том, как она писалась. Ну, музыка вот в данном случае будет представлена, так сказать, ну, да, она моя, сочиненная как раз, так сказать, какое-то время назад. Вот. Мне показалось, что это подойдет к сегодняшнему показу. Я решил ее тоже использовать. Хотя, так сказать, были варианты разные, идей много. Я хотел что-то еще новое сделать. Ну, в общем, как-то вот так. Ну, музыка это, ну, такой, некий такой помпезный симфорок будет. Чуть-чуть такой во что-то. Не знаю, мне трудно как-то охарактеризовать, что именно я могу сделать и показать. Вот. Словами описать трудно. Что должен ощутить зритель на вашем показе? То есть каким настроением он должен прочувствоваться? Это личное дело зрителя. Мое дело сделать, а уж чувствовать должен каждый сам по-своему. Я ему тут не указчик. Кому-то нравится, кому-то нет. Кому-то что-то это дает навевать какие-то мысли, кому-то безразлично. Люди все разные. Давить на зрителя никогда нельзя. Человек сделал, художник, да, он выставил, так сказать, это для людей, а люди сами оценивают. Это их работа. Смотреть и переосмысливать как-то, или отбрасывать, или принимать, это работа их мозга. Нельзя им вбивать в голову постоянно. То есть ты показываешь, предлагаешь, они это или берут, или не берут.